Около 100 шахтерских участков и бригад Донбасса выполнили обязательства в честь 70-летия октября. К сегодняшнему дню они завершили план 2-лет пятилетки. Наибольший рост производительности на треть больше дали бригады, заключившие договор о коллективном подряде. Такая бригада с шахты «Краснолиманская» Валерия Семеновича Кузнецова, взявшая подряд на добычу за год 1 000 000 тонн угля, на неделю опережает и этот свой ускоренный график работы. Но резерв, который открывает бригадный подряд в отрасли, используется очень слабо. Пока только 10% таких бригад на шахтах Донецкой области. Лучше стали использовать в Донбассе производственные мощности шахт. Особенно там, где высокий уровень механизации. Суточный объем добычи угля из таких забоев растет. Но шахтеров подводят машиностроители. За 7 месяцев они не додали шахтам области большое количество механизированных комплексов для добычи угля. Из-за этого народное хозяйство уже потеряло более чем 500 000 тонн топлива. Столько же его не добыто и потому, что треть шахт пока еще не преодолела отставание в работе.